Основные группы инструментов в столярной мастерской. Первая группа – геометрия. Это уголки, линейки, направляющие, уровни, рулетки, лазерные рулетки, тренога, лазерный уровень, карандаши. Вторая группа – зажимной. Тиски, струбцины, зажим стола, грузы, пассатижи, плоски. Третья группа – пильный. Циркулярка ручная, пильный станок, торцовочная пила, пила ручная, лобзик, ножовки, электролобзик, реноватор с насадками, болгарка с насадками, пилы бензиновая и электрическая. Четвертая группа строгально-подрезная. Ножи, стамески, реноватор с насадками, электрорубанок, болгарка с насадками и царь всего этого рейсмус. Пятая группа сверло-закрутка. Шуруповерты малый и большой, дрель-миксер, сверла по металлу, дереву, бетону, сверла фрезерные, станок сверлильный, сам фрезер, отвертки. Шестая группа забивной. Молоток, киянка, кувалда, топор, зубило, степлер, строительные пистолеты. Седьмая группа. Абразивно-заточная. Напильники, рашпили, шкурки с ручками, эксцентриковая машинка, болгарка с насадками, заточной станок. Восьмая группа. Крепеж. Саморезы, шурупы, гвозди, гвоздодер, шипы, болты, гайки, шайбы, уголки, пластины, проволока, клеи, скобы для степлера, гвозди для степлера. Девятая группа. Отделка, покраска. Кисточки, пульверизатор с компрессором, краски, растворители, тряпки и емкости. Десятая группа. Ключи. Набор гаечных ключей, газовый ключ, разводной ключ, биты с насадками, торцевые гаечные ключи. И последняя, одиннадцатая группа. Безопасность. Пылесос строительный, пылесос общий, щетки, совки, кульки для мусора, кульки для опилок, перчатки, маски, респираторы, одежда и обувь, фильтры воздуха, вентиляция, аудиоцентр, электрическая пушка, огнетушитель, сигнализация. Схема мастерской, основные зоны и инструмент. Ну, здесь мы видим основной — это инструментальный стол с верстаком, распиловочный стол, сборочный стол, хранилище материалов с полками для досок, покрасочная, стеллаж. Это основные зоны мастерской. В них располагаются инструменты. Среди всего этого, конечно, выделяется пильный станок с распиловочным столом, рейсмус, сборочный стол, направляющая с циркуляркой ручной, торцовочная пила, пылесос. Ну и инструментальный стол с электроинструментом.